Очень важный момент. Только что вы все стали не только участниками игры в «Мафию», только что вы все попали в книгу рекордов Гиннесса. Ура! И играло вместе с нами 2718 человек. Это самая массовая игра в «Мафию». 1964, это они себя помнят. Подожди, Ваня выходила в перископ, да? Аня, сколько получается? Прибавить двоих? Я ничего не хотела против Ванечки, я же его обожаю. Да, кстати, что? Эй, подписывайся на меня, смотрите, представитель. Вообще Аню обожаю, поэтому вот. Ну что делать? Ну что вы не подсказывали нам, что это Рудова? Вот чего? Ну и что, что подружка? Ну Рудова... Неужели гонорары? А ведь скажи, ведь был момент, когда Рудова мафия... Вот он. Да, держи. Вот, видите, вот это. Она тоже мафия. Я тоже знала, что она мафия. Но девочки победили. Мы вас целуем, мы пошли отмечать. От компании Hobby World.